В Славянском районе продолжается строительство двух крупных социальных объектов – центра единоборств и детского сада на 320 мест. Работы планируется завершить в этом году. В прошлом году в нашем районе началось строительство центра единоборств. На сегодняшний день основной объем работ выполнен. Само здание возведено. Сейчас проводится внутренняя отделка помещений, подключение центра газоводоснабжению. Глава района Роман Синеговский регулярно выезжает на объект, чтобы проконтролировать качество и сроки выполняемых работ, обсудить с подрядчиками проблемные вопросы. На сегодня есть отставание по срокам. Необходимо активизировать работу по отделке помещения, а также по благоустройству прилегающей территории. Представители подрядной организации заверили, как только погода наладится, будут задействованы все ресурсы, чтобы вовремя завершить строительство. Открыть центр единоборств планируется весной этого года. Еще один объект, который глава района посетил в рамках выездной стройпланерки – детский садик на 320 мест, строительство которого началось около новой 12-й школы. Работы здесь не прекращаются ни на один день. На сегодня уже сделан фундамент здания, началось возведение стен. Параллельно ведутся работы по прокладке необходимых коммуникаций к новому зданию – свет, газ, вода. Завершить все строительные работы планируется к концу года. После ввода в эксплуатацию новый детский садик позволит снять проблему дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях района.